Милиционеры отмечают резкое увеличение краж из автомашин на федеральных трассах. Жертвами воров-барсеточников с начала лета стали уже около 30 отпускников, которые лишились ценностей и денег, которые они брали с собой на отдых, рассказывает Светлана Олегбарова. Для воров и барсеточников, орудующих на федеральных трассах, с началом лета наступил настоящий бархатный сезон. Жертвами преступников становятся в основном отпускники, которые едут на машинах к морю и останавливаются в нашей области на ночлег. Водитель останавливается уже, как правило, в том месте, где он уже чувствует большую усталость и не может дальше передвигаться. Это, как правило, неохраняемые, неосвещенные места трасс, съезжают с трасс в лесопосадки. Чем и пользуется у нас преступный элемент? Проезжая мимо и видя машину, в которой все спят, люди, как правило, устают и от жары, и от дальней дороги, и спят до такой степени, что после, когда совершается кража, в этот момент они даже некоторые не слышат, что случилось. С начала года таким образом своего имущества, денег и ценностей лишились уже около 30 автовладельцев. Более половины преступлений произошло в ночное время в Дубовском, Котельниковском, Светлоярском районах. Для борьбы с барсеточниками были созданы милицейские экипажи, состоящие из сотрудников ГИБДД, которые несут службу на трех федеральных трассах. И эти усилия принесли свои плоды. На днях была раскрыта крупная преступная группа, на счету которой, как подозревают милиционеры, целая серия краж. Эти группы многонациональные, интернациональные, так сказать. Некоторые даже пользуются документами, так сказать, прикрытия, там, судейскими и так далее, помощники депутатов и так далее и тому подобное. Все детали этой операции милиционеры обещают обнародовать, как только будут задержаны все члены преступной группы. Сейчас сразу несколько из них объявлены в федеральный розыск. Светлана Олегбарова, Виталий Кушелев, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».